привет! Сегодня мы будем готовить курт. Курт мы будем делать сегодня из апельсинового сока. Вы можете сделать из любого, из лимонного сока, из манго, из малины. В общем, любой натуральный сок вы можете использовать. Вот мы сегодня, у нас есть такой десерт. Десерт на основе йогурта. В прошлый раз я его готовила с ягодами, а сегодня мы решили сделать вот такой курт, очень вкусный. И вот таким образом мы его польем. И поверьте мне, вот нет ни одного равнодушного человека. Это очень-очень вкусно. Девчонки, приготовьте. Давайте начнем готовить сейчас. Берем 100 грамм сока. У меня в данном случае апельсиновый. Вот мне хватило вот одного апельсина. Здесь у меня, в общем-то, он получился как бы с мякотью. Если вы хотите, через сито можете процедить. Но я этого делать не буду, мне это не мешает. Мы его выливаем в кастрюльку. 2 яичных желтка. Мы смешиваем. Здесь у меня сахарозаменитель, это эквивалент 40 грамм сахара. Но вы смотрите, если вы будете делать лимонный курт, то добавьте 40 грамм сахара или сахарозаменителя в желтке и 40 грамм в сок. У меня сок очень сладкий, поэтому мне будет достаточно вот этих 40 грамм. Сюда же мы отправляем 5 грамм кукурузного крахмала. И еще нам понадобится 25 грамм сливочного масла, это в конце. Это дело мы сейчас будем перетирать, а тем временем поставим сок на плиту, и кто-то из членов семьи должен тоже следить за ним, чтобы он не пригорел. Он должен нагреться, почти закипеть. Постоянно помешивая, доводим его почти, ну, до закипания. Все это тщательно перетираем, чтобы не было никаких комочков. И щепотку соли. Вот я в кондитерские изделия всегда добавляю чуть-чуть соли. Вот, ну вот, буквально 2 грамма. Сок, в общем-то, почти закипел. Выключаем. И тонкой струйкой вливаем при постоянном помешивании. Не торопитесь, чтобы желток не свернулся. Вот когда уже половину вы вылили, вы можете уже посильнее струю делать, потому что уже яйцо нагрелось и уже оно не свернется. Теперь в эту же кастрюльку переливаем смесь. И также при постоянном помешивании доводим до, ну, чтобы загустела масса. Доводим до загустения. Помешивать не прекращайте ни в коем случае, а то пригорит и будет очень неприятный привкус. Вот посмотрите, он уже, курт загустел, еще буквально 30 секунд. Выключаем огонь, продолжаем помешивать. Продолжайте помешивать, потому что дно еще горячее. Все снимаем с плиты. И теперь нужно быстро остудить до температуры тела, до 36 градусов. Я обычно вот так наливаю в миску воду и ставлю кастрюлю в воду. Вот так налили водички, поставили. Если есть время, вот пусть стоит. Я просто хочу быстренько это остудить и закончить с этим. Курт наш остыл. Кладем сюда кусочек масла. И этот кусок масла нужно здесь растворить. Масло я вбила. Теперь вы можете переложить этот курт в баночку, у меня вот в стакан. Хранить его можно 2-3 дня в холодильнике. Но, как правило, он съедается буквально в первый же день. Вот такой курт получился. Вы его можете использовать на любой десерт. На блинчики, оладушки. Все, накрываем пленкой, крышкой, если вы баночку используете. И убираем в холодильник. Всем приятного аппетита, хорошего настроения. Всем пока!